В 18 серии турецкого сериала «Меня зовут Мелек» мы узнаем, что после того, как Мелек узнала хорошие новости про свое здоровье, то на некоторое время смогла воспрянуть духом и даже ей полегчало. Только она очень сильно переживает за своих детей, ведь они до сих пор находятся без нее, и она сильно по ним скучает. Халиль очень сильно любит Мелек, и ему слишком тяжело переживать с ней разлуку. Он старается всегда поддерживать ее и дает надежду на то, что она обязательно одержит победу в этой войне. Также Халиль не сомневается в том, что после последних пережитых им событий, любимая женщина обязательно ответит ему взаимными чувствами. Халиль на данный момент может рассчитывать лишь на то, что произойдет какое-то чудо, и тогда все наладится. Врач предупреждает Мелек о том, что чем дальше, тем меньше шансов остается на выздоровление. Им никак нельзя тянуть, и нужно срочно достать необходимые деньги для лечения Мелек. И если Мелек будет и дальше затягивать с этим делом, то проводить химиотерапию будет просто невозможно. Брат также находится рядом с Мелек и говорит ей, что с ней ничего не случится, и она обязательно поправится. Мелек дает слово Халилю, что она будет держаться за эту жизнь и уверенно стоять на своих ногах. 18 серия выйдет 29 января на канале ТРТ1. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.